Всем привет! Добро пожаловать в очередное видео. Сегодня мы с Алисой едем в микропутешествие. Очередное у нас небольшие каникулы. Это март 2019 года. Едем мы в Мизмай. Сзади горы. Там где-то Красная Поляна. Да, именно. Кажется, что так все близко. Если сейчас приблизить, то кажется, что вот они, горы, и вот еще чуть-чуть, и ты уже будешь снег топтать. Но на самом деле... Где-то около 100, мне кажется, километров до них. Да, они Хотя очень нет, далеко. Это до Красной Поляны уже 100 километров. Короче, вообще все равно очень далеко. Но мы едем не в эти снежные горы, мы едем в другие горы. Погнали! Мы с собой взяли горошу, ровно как год назад. Мы катались в Мизмай, мы пойдем на Орлиную полку. А в прошлый раз она была щенком, и она с нами поднималась. Нам оставалось всего лишь 20 километров до Мизмая, и потом я у Миши спросила, а есть ли бензо вообще в машине? И оказалось, что бензо нам хватит всего на 60 километров, а до ближайшей АЗС 40 километров. Так что мы возвращаемся обратно 40 километров, и потом едем еще 60 километров до Мизмая. Не без приключений. Вон просто стрелка ложится уже. Мы в Апшеронске, мы заправились. Стрелка снова поднялась. 3 часа 10 минут. И мы едем обратно. Ребята, у нас небольшая пауза в дороге. Мы с бензином отстали от нашего графика ровно на час. Мы приехали к снегу. Мы поднялись туда, где снег. У-ху-ху. Почему снег летает? Тепло же очень. Тут 18 градусов, ребят, 18, поэтому футболки. Погоди, нам нужно это как раз лобовуху почистить. В Омске всегда так делал. Да. Попаду? В салон? Че, серьезно? Алиса, это пранк. Ну-ка, пи. Слушай, а что ты не закрыла-то? Ну, короче, слушай, ты с машиной протупил, я со снегом. Нормально, нормально. Пожалуй, я дальше буду за рулем ехать, в принципе. Я думал, поменяемся. Я что-то не хочу менять. Классно, снежок, ребята, тишина вообще. Тачек нет. Смотрите прикол, там снег, тут... Тут вообще не снег. Тут цветочки, все желтенькие цветочки вокруг. Кто-то едет. Все нормально? Ну нет, я поехала с горошей, наверное. Че, реально прям совсем жопа? Мокрая. Ну можно подстелить что-нибудь? О, нифига, он туда попал. Да, да, да. Мы просто проехали метров 500, а тут уже сугробы. И справа, и слева. Везде, да. Из снеговика слепили, смотрите. Да, да, да. Прикол, люди за снегом сюда приехали. А, показывает 12 градусов. 12, да. Там было 17 12 градусов. А здесь 12. А мы на летней резине. Да нет, это нормально. Асфальт-то сухой. Да. Мы подъезжаем, а здесь очень много машин. Прям очень. Это мы еще не доехали. Еще не доехали? Maps.me показывает, что здесь какая-то есть гора, Галкина нога. Ну вот, Максим постарался, он там ногу свою оставил, похоже. Ну, походу, вот они все сюда и приехали. Но мы туда не поедем. Нет. Сейчас на Орлиную полку такая же история будет, наверное. Да, скорее всего. Гулять пойдем, наверх в гору пойдем. А вот смотрите. Прыгать, бегать. Как понять, что мы приехали в Мизмай? Вот так вот, все, асфальт закончился. Сафари! Да, кстати, в Мизмае нету асфальта. И не было никогда. Ребят, Мизмай — это такой поселок в Краснодарском крае, который был основан в 1922 году. Он буквально имеет около 20 улиц и население около 800 человек.
Год назад мы ночевали здесь в машине с Алисой и с Горошей. Вот здесь вот оставляли тачку, где стоят вот эти тачки. А сейчас нам, собственно говоря, здесь же нужно где-то поставить машину. Гороша уже на низком старте. Гороша, вперед! Все, Мизмай остается за спиной, а мы отправляемся вон туда далеко. Сейчас покажем, куда. Сейчас 16:20 на часах. Мы начинаем восхождение. Как поднимемся, скажем, сколько. А идем мы вон туда. Сыпуха забоялась людей, и пришлось все нести. Это самый жопный участок сейчас. Мы уже достаточно высоко, на высоте квадрокоптера, наверное. А приблизь к домам, покажи. Это максимум. А тогда отдали нафиг. Короче, самый жесткий этап мы прошли, это вот этот подъем. Гороша классно шарит, где тропинка, и она прям четко по тропинке идет. Ну, правда, она, возможно, правда знает эту дорогу, потому что год назад уже здесь ходила. Фух, ладно, у нас еще впереди много сотен метров. Но уже не вверх. Уже не вверх. Вверх уже не так много осталось. Чуть что... не по прямой. Да, мы уже почти на уровне. Вы не слышите, но вы должны были... Точнее, вы не видите, но должны были услышать. Это дятел. Такой красно-бело-черный. И еще очень много-много всяких птичек. В марте еще рановато идти гулять. Чисто в кроссовках в таких. Все уже уделано. Да, потому что очень грязно. И мы идем не по дороге. Потому что по дороге невозможно идти. Идем вот так. Собака залазит в 1000 раз быстрее, чем мы с Мишей. Да. Ты не устала? Нет. Мы не успели еще добраться до места, уже идем, обсуждаем, какая еда у нас в машине осталась и что нас ждет. У нас мы затупили, не взяли термосы. Надо было вообще, конечно, прихватить и термосы, и печенье, чтобы сделать небольшой пикничок там на полке. Но с другой стороны, у нас там время на съемку. Вот, мы будем снимать вам красивые кадры. Фу, так что не до еды нам будет. А еда будет как мотивация вернуться живыми обратно. Горошка, вперед! Алиса ради фотографии полезла на гору. Я хотела туда еще. Ну давай, только будь аккуратна. Мох может быть скользким. И ботинки наши после грязи. Главное, чтобы еще ничего не обломилось и мне на голову не упало. Это да. Все держится на одной палке. Факт. Вот мы пришли оттуда. Мизмайчик вот это. Пересматривая это видео, у меня даже сейчас как-то поджилки трясутся от этой высоты. Пока вы смотрите красивые кадры, я вам пару фактов интересных расскажу о Мизмае. Ну, во-первых, само название сложилось из двух адыгских слов. Это «мэс» — лес и «мые» — яблоко, дикое яблоко. И получается, с адыгейского Мизмай переводится как «лес диких яблок». Хватайте еще один исторический факт. В 1993 году здесь, в Мизмайской пещере, был найден младенец, неандертальский младенец, из которого потом ученым удалось каким-то образом извлечь ДНК. А еще год назад, когда мы с Алисой здесь ночевали в машине, мы не смогли не обратить внимания на то, какое звездное небо в Мизмае. Мы видели Млечный Путь, впервые в своей жизни видели Млечный Путь. И отсюда вытекает очень интересный факт. Из-за вот этой вот офигительной видимости звезд,
Здесь, в Мизмае, находится наблюдательная база астрофизической обсерватории КубГУ. Это Кубанский государственный университет. Конечно, летом пейзажи здесь намного живописнее, но мы не могли терпеть до лета, да и кто нам помешает скататься сюда еще и в летние дни. Слушайте, на удивление, очень мало людей здесь. Здесь была пара какая-то фотографировалась, там фотограф их фоткал, сейчас еще ребята сидят, подбухивают. А мы не стали идти туда дальше, там мы полетали, вы все видели и так. В принципе, нет смысла уже идти дальше. Мы вообще приехали сюда полетать, поэтому мы вообще могли снизу взлететь, все поснимать, на самом деле. Но это классно, классная прогулка. И сейчас Гороша очень жутко боится квадрокоптера, поэтому Алиса устала ее держать, пока я взлетал и садился. Она прям так его очкует. Да, собака, почему? Потому что нефиг было дома его. Да, да, однажды просто дома полетали, она его испугалась. Все, обратный путь домой, в машину, за едой. За едой, всем, троим. Кушать, да, собака? Кушать хочешь? Мы в жуткой темноте. Вот где-то оттуда, где горят фонари, мы только что пришли, мы сделали крюк из-за того, что мы с Горошей были первые и пошли не туда. Немножко. Потому что слишком темно, и даже с фонариком на телефоне уже не видно тропинку. Да, и прикол в том, что мы уперлись в чей-то огород практически, и в итоге вышли потом на ручей. Сейчас мы на фоне фар обсмотрим Горошу на наличие клещей. Есть, нет, надеюсь, что, конечно, нету. Помыли собаку, она чистая теперь. Жмите классы, если вам путешествие понравилось. Пишите свои комментарии, куда бы вы хотели, чтобы мы поехали. Мы намотаем на ус, что-нибудь там придумаем. Подписывайтесь на канал, кто впервые нас смотрит. Увидимся в следующем видео. Пока!